думаю, что преображение – это самое основное, желанное, что есть для творческого процесса. Потому что вот это превращение в другое, в иное совсем состояние – это то, что нас объединяет с создавшим нас. Только преобразующий момент в искусстве может действовать так, что это становится необходимым хлебом, духовным хлебом для тех, кто воспринимает искусство, для тех, кто участвует в этом акте. Да, я живу как раз в Преображенской площади. Петровские места. Вот этот рынок, на котором мы были, это монастырь, который был построен еще до Петра, во времена царя Алексея Михайловича. Это очень странно, что что-то хорошее может происходить от бедности. Но если эта бедность преодолима, как ты сказал, если ее преодолеть, то она почему-то оборачивается каким-то странным образом, богатством. Вот я припоминаю, например, свое детство. Там не было ничего, чтобы могло привлекать ребенка. Это была бедность, бедная семья. Ну, представь себе, отец-инженер. Инженер – это очень, это самый бедный слой населения у нас. В голодные годы семья инженера, ну, конечно, это очень бедная. Это все время голод, это нехватки. И, конечно, никаких не может быть даже разговоров о том, чтобы купить игрушки какие-нибудь, или книжки, или что-нибудь интересное, или, например, поехать летом в деревню отдыхать. То, что для детей могло бы быть разнообразием каким-то. Вот этого ничего не было, абсолютно серая, неинтересная жизнь. Казалось бы, нет никаких карт для ребенка, для развития. И что же получилось? Я отлично помню все эти моменты, когда вот дом, вот двор, ни одного кустика нет, ни травки во дворе, тоска по зеленому, по дереву, тоска настоящая. И вот в этот момент вся фантазия ребенка оборачивается в небо вдруг. Я сижу в этом голом дворе, где посередине двора помойка. Больше ничего нет для воображения ребенка. И я смотрю в небо и начинаю жить там. Земля абсолютно исчезает, и ты идешь по небу дальше. И этот момент совершенно неповторимый. Вот идти по небу. Причем это происходило действительно от бедности, но это было такое богатство. У меня ведь отец татарин. У меня отец чисто восточный человек. Очень молчалив. Он много думает, но очень редко говорит. Я дезист. Меня он с собой брал, я ему тащила речки, там помогала. Долго-долго мы идем, 2-3 часа, и он абсолютно молчит, никаких разговоров нет. И это был для меня такой важнейший опыт взаимоотношения с отцом. Больше у меня не было такого опыта, более сильного общения бессловесного, общения сущностного.
Дело в том, что вот когда я начала учиться в музыкальной школе, в нашей квартире появился инструмент. И это было не пианино, это был рояль. Это для меня играло существенную роль. Рояль с его поднятой крышкой. Чисто акустически это тоже очень благодатно, ведь можно сесть под рояль, слышать эту акустику совершенно необыкновенную, играть на струнах, играть на клавиатуре. Столько разных возможностей. Потом оказалось, что когда я прихожу в музыкальную школу к учительнице, то я получаю пьесы, которые надо выучить. Это в 2 октавы, там, бедные очень по звуку, сравнительно с теми возможностями, которые представляет инструмент. И от этой бедности, опять-таки, я получила желание, ну, раз человечество так вообще скудно, я буду сама сочинять. Я знала, что меня ожидает. Я знала, что это труд ночами, и все-все я знала уже тогда. И умоляла Бога, чтобы мне дал этот путь, потому что я буду сколько угодно работать. Мой дед был мулла, глубоко религиозный человек и очень большой ум. Он переводил Коран на разные языки. Это была такая вот татарская интеллигенция. Но отец был уже технократом. Он получил образование техническое и был прямо противоположных убеждений, чем его отец. То есть сын восставал как бы против своего отца и был антирелигиозным человеком, и сейчас он не желает ничего знать о религии. Ну, а поскольку религия вообще была нежелательным явлением в нашей стране в то время, то и мать тоже старалась об этом не говорить и не поощрять ничего. И потом, когда было 5 лет, мы приехали в какую-то деревню и оказались в доме религиозной женщины, у нее была икона Иисуса Христа, Спасителя, в углу. И я узнала его. Я узнала Бога, я узнала Христа. Я была тогда 5 лет, и неопытная, и показала вид, и родители пришли в страшный ужас, что я религиозный человек. И с тех пор я поняла, что это запретно, и весь свой психологический опыт стала скрывать, конечно, от взрослых людей. Но он у меня жил, этот опыт религиозный. Как-то естественно тогда слилась с религией. Звук для меня сразу стал сакральным.
И действительно, так я чувствую, что во мне, в общем, 4 крови. И даже не 2, а 4. Потому что, с одной стороны, с отцовской я татарка, с материнской я славянка, славянская кровь. Но очень большую роль для меня играл вот этот директор музыкальной школы. И я его воспринимала как второго отца. Это еврейская кровь. Значит, у меня педагоги самые важные евреи. И духовная пища от немецкой культуры. Это Гёте, это Гегель, это Навалис, это Бах, это Веберн, это Гайн, Моцарт, Бетховен. Одним словом, вот какие-то самые разнообразные источники во мне жили. Кроме того, я очень увлекаюсь фольклором разных стран, и в том числе не обязательно восточным, а где-нибудь цейлонский или якутский фольклор. Но с течением времени, через какое-то время, я поняла, что восточные элементы во мне играют очень существенную роль. Это я поняла, когда посетила мечеть в Ленинграде. Служитель мечети пригласил меня посетить службу. И я помню отлично свое состояние. Всего 20 минут вот этих пауз между чтением фраз из Корана, полного молчания, вот с какими-то такими движениями, полной сосредоточенности, привели меня в абсолютно экстатическое состояние. И после этого опыта я поняла, что нет, быть универсальным человеком – это еще не все. Нужно сделать еще один шаг в сторону самого себя, в сторону своей собственной сущности. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. We start the rehearsal from eighth movement, please. Возникла какая-то упрощенная, огрубленная схема, из которой я поняла, в каком направлении лично я должна двигаться. Уподобить различные аспекты музыкального языка можно было бы упорядочивать по принципу дерева. То есть разные аспекты музыкального языка, как бы мы можем представить их как функционально действующими. Какой-то аспект музыкального языка становится корнем дерева, какой-то аспект становится стволом дерева, и какой-то аспект музыкального языка становится листьями и плодами. И в этом смысле корень дерева – это сущность, ствол дерева – это явление, и листья, ветви и листья – это как бы преображение. И если мы в этом смысле посмотрим на историю, то оказывается такая картина, что мы имели вначале линеарный период, где корнем дерева является линия, все линеарное. И как раз в это время мы видим, что линеарное искусство является вокальным. И по существу ритм слова делают форму. И выходит, что ритм является стволом этого древа. Что же является листьями этого древа? Листьями оказывается предчувствуемая гармония. Если мы сразу перескочим
в состоянии гомофонного периода, то мы обнаружим, что как бы листья и плоды упали на землю и образовали корень древа. Корнем стала гармония. И все, что не происходит, это сущность этого, это гармоническое представление. А что тут является стволом? Линия. Тематическое развитие линеарное. А что, чем являются листья? Листьями здесь является ритм. Преобразующую роль в этой форме как раз образует ритм. Из этих двух картин я вывела третью, ту картину, которая для меня является загадкой. Что же в 20 веке происходит? И я поняла, что дальше происходит тот же самый процесс, аналогичный. Листья как бы упали на землю и образовали новый корень. Это ритм. Из корень стал стволом. То есть гармония, все гармоническое, все вертикальное, все звуковысотное стало стволом. А что же в этом периоде преображения листья? Это как раз мелодии. И тут я поняла, в каком направлении я лично должна двигаться. Образовать технику в ритме, с помощью ритма. Не надо пытаться образовать технику в звуковысотной области. И я тогда устремила вот эти все 5 лет, я работаю в области ритмоформы. Вот, наконец, я пришла к этому вопросу о ритме, и здесь у меня маячит впереди еще одна полярность. Ритм консонантный и ритм диссонантный. Степан, я... All the brass, 67, yeah, there. В этой симфонии самое мое такое любимое
дело было это так, чтобы сначала осуществляется этот ритм формы с помощью золотого сечения, а потом этот же рисунок оказывается основной темой произведения. И, как ни странно, эта тема произведения – это не звучащее, а жесты дирижера. Вещи стоит полное беззвучие. И дирижер как бы формулирует этот основной консонантный ритм с помощью жестов. Он как бы ритмизует пустоту. И когда оно состоялось, этот же ритм выполняет дирижер в виде строительства храма ритмического. По-моему, это и есть превращение в вертикаль, наподобие того, как поэт делает рифму. У меня сейчас был такой опыт в Вене, потрясающий опыт в Вене. Штиман Ферштурман в исполнении австрийского оркестра под управлением Михаила Гилина. И этот дирижер отличается тем, что он все делает абсолютно точно. И все паузы, которые вот стоят 5 секунд, он делает 5 секунд. Действительно все делает так, как написано в партитуре. Ничего больше, ничего меньше. И когда он пришел к каденции, то он сделал точности так, как нарисовано, без всякой импровизации, никакая не каденция. Это, наоборот, формулировка темы. И вот как написано, как нарисовано, так он и сделал совершенно точно. Раз, 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 два, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И вступила орган. После этого он делал раз. И дальше пошло дирижирование нормальное. Это было так
так интересно и так напряженно. Я не могла даже себе представить, насколько это будет хорошо действовать. Публика в Вене оказалась потрясающе восприимчивой. Для всех это было совершенным подарком – венская публика. Те люди, которые слушали, они мне сказали, что какое-то у них было впечатление приподнятости на следующий день, парящести состояния после этого исполнения. И я думаю, что это происходило как раз от этих архитектонических пропорций, консонантных пропорций. Занятия с музыкальными инструментами восточного происхождения дают очень много для познания себя. Это такой способ сосредоточиться с помощью звука, которым обладают именно восточные люди. И для меня этот опыт имеет громадное значение, погружение в самое нутро звука, в его звучание. Что это для композитора тоже очень важно. Вот такое медитативное отношение к звуку. А этим опытом обладают именно восточные люди. Может быть, восточный инструмент содержит в себе это. Встреча с Марком Пекарским, это было в молодости. Я еще не закончила, он тоже еще не закончил высшее учебное заведение. И тогда он предложил для него написать. И его тип звукоизвлечения, его манера прикасаться к мембране инструментов дают импульс для формы сочинения.
То же самое я ощущала при встречах с Владимиром Танха, который такие звуки извлекает, например, вот эти мерцающие аккорды, которые он переживал дома как мистический акт, он мне об этом говорил. Возникает что-то такое, что не должно быть акустически, и вдруг это возникает. Он говорит, я схожу с ума. И это речь идет о звукоизвлечении. Такой акт в прошлом веке это был обыденный акт, звук извлекать красивый звук. Но здесь это мистический акт постижения своей судьбы, может быть. Художник как жертва. Такой тип самоотдачи, такая сила самоотдачи звуку, что это становится религиозным актом. Сам тип звучания. И вот такой феномен артистический дает композитору право сотворить форму, основанную на этом свойстве. Thank you.
религию в буквальном смысле этого слова. То есть религио, восстановление легато, восстановление лиги. И я совершенно убеждена в том, что нет более серьезной задачи для художника, как восстанавливать вот эту связь. Потому что вся наша жизнь очень рассосредоточена. Все наше обыденное существование происходит как бы стаккато. Мы не успеваем сделать какую-то линию из своей жизни. Но искусство нам позволяет эту линию сделать. И вот это легато и есть религиозный акт по существу. Видимо, это совершенно необходимо для человека, чтобы время превращалось. Элиота в первую очередь это занимала, особенно в его квартетах, в самой его заключительной работе. Это мыслитель, который, наверное, один из самых сильных мыслителей 20 века. Я думаю, что это произведение заслуживает самой-самой-самой большой любви. И вот его переживание времени. Он, по существу, он сделал время героем своего произведения. Там другого нет героя, там герой — это время. И четыре вариации времени, и четыре вариации вне времени. Это меня совершенно покорило. Настоящее, прошлое, будущее и вне время. Связанная с четырьмя стихиями, с четырьмя возрастами, с четырьмя... И вот вне время образует тоже четыре вариации. Это очень красиво, конечно. Точка внутри, неподвижная точка внутри подвижного круга. Точка, которая находится на подвижном круге и сама движется, второй квартет. Точка, которая находится на пересечении креста. И, наконец, точка совершенно иррациональная, абсолютно сумасшедшая, за пределами круга, за пределами креста. Это та точка как раз сущностного времени, где все погибает, все горит, все в пламени, в абсолютном уничтожении, но нельзя дальше жить, если не будет этой смерти. И огонь, и роза соединяются вместе. И образуется вот это сущностное время. Ну, это не просто красиво. Это такая правда, это такая внутренняя глубина. И особенно в 20 веке, когда мы так реально стоим перед концом, ощущать, что это благо, вот это конец, это благо. Это очистительный огонь, очистительное пламя, после которого наступает преображение, истинное преображение, воскресение духа. Thank you.
Thank you.